Если бы меня заставили спрашивать, я подумал это. У меня нет к этому человеку никаких вообще вопросов. Но я бы мог бы, наверное, сказать, что только недавно он на встрече с Советом по правам человека сказал, между прочим, слова, которые, ну вот, абсолютно правильно. Я бы под каждым его словом про политические репрессии подписался бы. Он же не про массовые, не про сталинские политические репрессии. Он просто говорил, политические репрессии недопустимы. Они нанесли страшный вред нашей стране. Нельзя, чтобы они у нас снова, значит, происходили. И тем более недопустимо, чтобы решали судьбы людей без учета норм права. Ну, что-то в этом роде. Слушайте, ну, правильные слова. Вот я бы ему спросил, а скажите, пожалуйста, а вот Александр Скочеленко, а вот Дмитрий Иванов, а вот Алексей Горинов, а вот Илья Яшин, а вы вообще считаете, что в их-то делах, в решении их судеб, право хоть как-то принимало, хоть какое-то, так сказать, участие присутствовало? Ну, это риторический вопрос, понимаете? Это вопрос чисто риторический. А по существу у меня к этому человеку вопросов нет.